Всем привет! Пластиковые бутылки. Сколько мы их выбрасываем в мусоропровод? А ведь из них можно смастерить очень много полезных предметов. Сегодня мы предложим вам 5 оригинальных способов подарить пластиковой бутылке вторую жизнь. Итак, поехали! Этот способ окунет вас в мир сказки и фантазии. Для этого разрежьте горловину и верхнюю часть пластиковой бутылки, как показано на видео. Получившееся приспособление установите горловиной вниз на ваш сотовый телефон. Выключите свет и включите видео с 3D-голограммой и наслаждайтесь незабываемым зрелищем. Следующий лайфхак будет по душе ребятишкам. Сделайте из пластиковой бутылки пеновыдуватель. Разрежьте дно пластиковой бутылки. Наденьте на отверстие ветошь и скрепите резинкой. Теперь подготовим мыльный раствор. Обмакните дно бутылки в мыльный раствор и выдувайте сказочную пену на радость детям. Будьте осторожны со следующим способом применения пластиковой бутылки. Итак, самодельный мини-арбалет. Разрежьте горловину пластиковой бутылки. Наденьте на нее воздушный шарик. Мини-арбалет готов. Теперь протестируем наше приспособление. Для следующего приспособления нам понадобится крышечка от пластиковой бутылки. Разогреем ее на равномерном огне и растянем зубочисткой. Отрезав кончик, мы получим дозатор для жидких пищевых и непищевых продуктов. Сделайте из крышечки пластиковой бутылки юлу. Для этого проткните отверстие в центре крышки, предварительно нагрев ее зажигалкой. Вуаля! Юла готова! Отличное занятие, чтобы убить время. На этом все. Всем добра и пока!